Всем привет! Мы с Анной идем на почту. Забирать две посылки. Да, две посылки из Китая. Анна поможет мне сегодня снять распаковку. А я ей помогу снять ее видео. Ее видео, ее творчество. Очень шумная улица. Да. Итак, мы двигаемся на почту. Через 15 минут закончится обед на почте, и мы подойдем прямо к самому открытию почты. Да, к самому открытию почты. У Анны такое приподнятое настроение, как будто бы ей какая-то посылка пришла. Ну, я сомневаюсь, что это именно ей пришла посылка, но посмотрим. Как все настроение? Хорошо. Хорошо? Да. У нас стоит жара, градусов 30. Жарко. Вот сейчас идем в теньке, и то очень жарко. Итак, мы идем с почты, мы получили свои пакеты. Да, покажешь? Вот они. Да. Сегодня Анна делает распаковку. Это так для что папы, смотрите. Это для меня. Это точно.